За спасение касаток сердечно поблагодарили камчатских сотрудников МЧС. Письмо от Фонда защиты китов пришло в Главное управление ведомства по краю. Защитники морских млекопитающих высоко оценили работу спасателей полуострова, вызволивших из беды семью касаток. Те застряли в лимане реки Большой Воровской в Соболевском районе. В письме говорится, специалисты помогли сохранить здоровье и жизни краснокнижных животных, несмотря на тяжелые погодные условия, при том, что сами провели несколько дней в холодной воде, практически без отдыха. Напомним, операция по спасению касаток, двух взрослых особей и двух детенышей, продлилась 3 дня. В ней участвовали сотрудники центра ГИМС и МЧС, волонтеры из числа местных жителей, пожарные из местного отряда ЦОД и представители администрации района. В дневное время морских млекопитающих поливали водой и вручную двигали их на более глубокое место в надежде, что ночью, во время прилива, семейство выберется из ловушки. Однако дезориентированные животные не могли найти выход, и утром их снова обнаруживали на мелководье. На 3-й день касаток все же удалось вывести к большой воде, и те уплыли домой.